Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы снова с вами в оружейной комнате Музея техники Вячеслава Александровича Богуслаева. Снова с вами я, оружейник Вячеслав Александрович. Меня зовут Александр Бобров. И сегодня у нас продолжение рассказа о монстрообразных ружьях, о так называемых уточницах. И снова я попрошу вас не путать кастрюлю для приготовления еды, которую называют утятницей, с ружьями, которые называют уточницами. Простите за юмор, но так иногда получается. В продолжение прошлой передачи хочу вас познакомить с совершенно потрясающим ружьем малоизвестного мастера Якогама из города Нагасаки. Ружье. Я обязательно буду брать в руки эти экземпляры, но если я вдруг что-то уроню, конечно, вы меня извините, потому что эти ружья далеко не легкие. Вот представьте себе размер этого ружья. Длина этого ружья 1,60 м. Это одно из самых больших ружей в нашей коллекции. В этом ружье самый длинный ствол – 1,15 м. Вес вот этого ружья – 5 кг 200 г. Один только ствол этого ружья, о длине которого я уже говорил, почти 2,5 кг. Вот это ружье, так называемая уточница или гусятник, как ее еще называют, предназначено для стрельбы только по крупной птице. Здесь либо крупная дробь, это единица или 2 0, либо картечь. Такое ружье, как уточница, применялась исключительно при стрельбе по большим стаям. Но мастер, который сделал это ружье, японец. Я представляю, в всяком случае, я в жизни своей высоких японцев не видел. И вы можете себе представить достаточно комичную картину, где охотник ростом вот с это ружье пытается из этого ружья же выстрелить. Думаю, что, скорее всего, стрельба из этого ружья была обязательно с помощью какой-то подставки. Хотя для того, чтобы облегчить участь стрелка после выстрела, это ружье оборудовано каучуковым затыльником, который в любом случае, ну, немножко смягчил урон в плечо этого ружья. Ружье великолепно. Это начало 20 века, ему скоро будет 100 лет. Работа по этому ружью вызывает просто восхищение. Безусловно, с бегом лет воронения на этом ружье практически не осталось, но все, что мы видим, культура работы, культура сборки этого ружья, это нечто потрясающее, учитывая, что это ружье, безусловно, всегда было во влажных условиях, потому что утки, гуси – это реки, это озера, это болото. Подкупает и качество, и то, как сделано это ружье, и какие новшества были применены в этом ружье. Первое и самое главное в этом ружье – замки, которые находятся в колодке, это так называемые замки системы Джона Дилли и Вилли Мэнсона. Ребята в свое время работали в серьезной фирме Уэсли Ричарда, и в 1875 году запатентовали как раз вот этот коробчатый замок. Конечно, замок в этом ружье должен быть именно такой, потому что если сделать здесь замок шейку, то он, безусловно, ослабит ее, тогда нужно будет ее укреплять. Все в этом ружье крупное, начиная от того, что я говорил, несусветная длина ствола, заканчивая очень длинным, но, кстати, очень изящным цевьем. Системы одного из этих мастеров, только ружье, вернее, только цевье этой системы Дилли Энджа со срединой защелкой. Верхний ключ запирания Уэсли Ричарда, то есть при отведении вот этой части вправо, ружье просто преломляется, получается однозарядное вот такое казнозарядное ружье огромного 8 калибра. 8 калибр – это 21,2 мм. Ружье оборудовано предохранителем. Слева находится предохранитель системы Уильяма Гринера. Кстати, это один из самых неудобных предохранителей, потому что сам по себе он не крепится ни на одну из металлических частей этого ружья, а врезается просто в шейку дерева, тем самым ее немножко ослабляя. А вот практически огромная, именно такое слово, огромная пистолетная рукоятка и массивный приклад с очень высоким гребнем как раз и наводит на мысль, что это ружье с серьезной отдачей для серьезных охотничьих задач. Ружье сохранилось очень даже неплохо, хотя, как
все японские ружья, у нас несколько японских ружей, они не, и это ружье не является предметом высшего разбора. Здесь есть очень интересная особенность одна. Вот эта вот часть, так называемый патроник, под очень длинный, достаточно длинный патрон, наверное, скорее всего, 70-я гильза, он восьмигранный, и об этом указывают иероглифы, где текст, который приблизительно такой, в переводе с японского языка, патроник, обжатый на 8 граней. Но интерес еще к этим иероглифам в том, что иероглифы использованы не японские, а китайские. Это, кстати, очень редкий такой вот момент в гравировке использования китайских иероглифов для текста на японском языке. Повторюсь еще раз, ружье в очень хорошем состоянии, в прекрасном состоянии. Надеюсь, что стрелок, который добывал птицу из этого великолепного ружья, остался все-таки с целым организмом, с целыми ключицами и не научился после выстрелов из этого ружья делать заднее сальто. Что требуется от охотника, чтобы иметь удовольствие и наслаждение от охоты? Промазывайте. Вот летит утка, вы точно прицеливаетесь, как настоящий охотник-артист. Крепко прицеливаетесь и верно. Делайте необходимое упреждение. Обязательно трах! И промазали. И хорошо, что промазали. С какой радостью шлет вам утка глубокую благодарность за то, что будет жить и дальше. А вы себя смотрите ей вслед. И ручка ей вот так. И говорите, будь здорова. Ни пуха вам, ни пера, товарищи по страсти. Предыдущее японское ружье было почти 1,60 м, не метр, а почти 1,60 м, а здесь меньше метра. Ну, хотя это тоже уточница. Это бельгийское ружье, очень хорошее, с достаточно короткими стволами, 60 миллиметров всего, но само по себе ружье, конечно, очень интересно. Во-первых, это ружье скоро исполнится 150 лет. Использованы дамасковые стволы, причем Дамаск здесь гвоздевой, один из самых распространенных на тот момент дамасков. В одной из передач я рассказывал, что такое гвоздевой, что такое полощатый дамаск. Ну, это, наверное, самый распространенный, где просто брались кованые гвозди и между собой сваривались, а потом получалась такая полоса, которую потом проковывали, и дальше делали из нее полосу, которую набивали потом на стол. Почему гвоздевой дамаск? Потому что гвозди изначально ковались, то есть они уже подвергались огромной термообработке, после чего гвозди нужные и ненужные, их очень много валялось в свое время, многие сбрасывали, лошади сбрасывали подковы и вместе с подковой сбрасывали гвозди, которые годились для этих целей. Так вот, когда все эти гвозди, собранные мастерами между собой, сковывались, потом проковывалась длинная полоса и навивалась на опору, получался вот такой ствол. И получался достаточно крепкий и по-своему красивый дамаск. Ну, вернемся к этому ружью. Вот этому ружью скоро 150 лет. Здесь, к сожалению, есть, к сожалению, я поясню, почему. Вот эти вот так называемые замки, обратные в шейку. Я в одной из передач, даже не в одной, говорил о том, что врезание вот этих замков категорически ослабляет вот эту часть приклада, именуемую шейкой. Поэтому использование в уточнице вот этой части или вот этой конструкции замков, ну, вызывало какие-то определенные вопросы. Но учитывая, что это ружье весит всего 4 килограмма 200 грамм, и в любом случае стрелок даже с этим большим 8-м калибром стрелял из этого ружья с руки, ну, можно предположить, что ружье было достаточно хорошо закреплено еще и с помощью специальных стяжных винтов, потому что здесь очень длинный нижний хвостовик, прекрасно сохранившийся, и здесь несколько винтов, которые пересекаются с верхним хвостовиком, и вот этот как раз стяжной винт, он и давал возможность укрепить вот эту часть. Мастер этих стволов, к сожалению, неизвестен. Здесь есть клейма, которая относится это ружье к 1850-1870 году, не позже. Хорошие бельгийские стволы и хороший бельгийский дамаск, которого в то время было достаточно много, это не самые известные мастера. Но хочу обратить ваше внимание на то, что вот тот рычаг, который я отвел сейчас, это нижний рычаг или нижнее скрепление системы Лефаше, он очень удобный тем, что при отведении вот таким щелчком просто
раскладывается ружье, а при закрытии его нижний рычаг становится на свое место, и внутри находящийся Т-образный эксцентрик просто подтягивает незначительно эти стволы вот к этой части, которая называется лбом колодки. Судя по тому, что ружьем пользовались и пользовались очень часто, оно никак не висело на каминной доске. Ружье имеет, конечно, следы эксплуатации, особенно это касается деревянных частей, и вот этот лоб колодки, он имеет прогары. Более того, один из курков уже, к сожалению, не родной, но очень неплохо заменен. Здесь подкупает красотой вот эта очень фигурная, красивая спусковая скоба, так называемая фасона, с очень красивым передним скатом, средним скатом, ну такая кокетливая, я бы сказал, передняя часть этой спусковой скобы. Ручью сделано очень добротно, очень хорошо, родное дерево, немножечко отреставрировано, потому что затыльник все-таки заменен. Но как для своих более чем преклонных лет, я думаю, что это больше чем 150 лет, ружье выглядит исключительно хорошо. Я не знаю, каким образом стреляли из этого ружья, даже при весе 8 килограмм. Скорее всего, использовался какой-то мешок или какая-то сошка, потому что, ну не знаю, я бы не рискнул стрелять из этого ружья, держа его в руках. Как тут не вспомнить совершенно гениальный рассказ Остапа Вишни, который называется «Ружье». Причем ружжет с двумя же. У него есть такой сборник охотничьих рассказов. Так он пишет о том, что имея вот такое ружье, вы должны уметь делать заднее сальто. Если вы не умеете делать заднее сальто, вот это ружье вас научит. Поэтому стреляйте и идите сразу в заднее сальто. То есть вы можете себе представить конфигурацию движения тела человека, который выполнял стрельбу из этого ружья. И, конечно же, настолько чудовищная отдача была у этого ружья, что человек на месте не оставался. Поэтому думаю, что это был просто мешок с песком, мешок с сеном, по которому стреляли. Длина стволов почти 80 сантиметров. Очень длинное, хорошее ружье. Само по себе ружье 1,20 м. Ружье имеет огромную, очень толстенную шейку. Здесь, да, здесь те же замки обратные в шейку, но очень высокий, очень длинный верхний и очень длинный нижний хвостовик с несколькими винтами стяжными, которые все это дело удерживают. Достаточно крупная насечка. Безусловно, это не то охотничье ружье, где насечка должна быть 25 или 26 шагов на дюйм. Здесь все очень просто. Чем грубее, тем лучше держать это ружье в руках. Цевье, к сожалению, не родное, но оно очень хорошо восстановлено. Колодка. И безусловным украшением этого ружья является вот этот вот ключ. Так называемый нижний ключ запирания системы Чарльза Ланкастера. Вот для этих ружей, наверное, это самое лучшее, что может быть. При закрытии ружья обязательно в порядке нужно было вернуть вот этот рычаг назад, который подтягивал на долю миллиметров это ружье, и тогда прорыва газа в любом случае не было. Можете себе представить, что в один из стволов входило до 120 грамм дроби в это ружье и порядка 30 грамм пороха. То есть чудовищная отдача, ну и результат был при этом достаточно великолепный, я бы так сказал. Два родных курка. На курках практически никаких насечек нет. Нет насечек в том числе и на не на молотках, не на других частях. Ну, повторюсь еще раз, такие оружия, они, наверное, не требовали какой-то особой особого украшательства, какой-то красоты, хотя, безусловно, здесь достаточно примитивная гравировка везде присутствует, это все цветочные мотивы, крупные завитки, крупные цветки. Да, кстати, я не сказал про автора, которые сделали, собрали это ружье, это Ян Яхимик и Якуб Сазновский, которые работали в свое время в Варшаве, в Польше. В тот момент Польша была частью Российской империи, это было царство польское. Вот это ружье, это действительно украшение, это изюминка. Таких ружей, я больше чем уверен, на территории постсоветского пространства практически не осталось. Наверное, чувство, которое испытывает каждый коллекционер или человек, имеющий отношение к коллекции, это, наверное, гордость. Вот это чувство я испытываю, держа в руках это ружье, потому что этот предмет – это венец конструкторской мысли, это
красота, это совершенство, это при всей грубости этого предмета элегантность и очень-очень-очень достойное ружье. Готов. В номере 4 за прошлый год вышла статья, подготовленная творческим коллективом нашего журнала. И здесь, кроме того текста и тех ружей, о которых я рассказывал, здесь еще масса много информации, поэтому всегда можно прочитать, найти в свободном доступе и в интернете вот этот журнал. Здесь действительно очень хорошая статья с большим количеством фотографий. Заканчивая нашу сегодня передачу, хочу сказать следующее. Вот таких калибров 4, 8, 2 и, в частности, 1 практически уже никто не производит. Сейчас фирмы, позволяющие себе производить крупный калибр, останавливаются исключительно на 10-м калибре. Это достаточно большой калибр. У нас есть одно ружье, полуавтомат японской фирмы Мироко. Это Браунинг, только который производится сейчас в Японии. Но все равно какой-то определенный интерес у людей к большому калибру остался. И очень приятно, что люди не боятся больших калибров, не боятся того, что произойдет со стрелком в момент выстрела. Очень приятно, что люди готовы стрелять из тяжелого оружия, из тяжелых калибров, с большим шумом, с большой отдачей. Это, безусловно, подкупает. Итак, сегодняшняя передача в очередной раз закончилась, но это не значит, что мы закончили этот цикл. Следующая передача, я надеюсь, будут радовать вас также другими темами, другими странами, другими ружьями. Спасибо, всего доброго.